Унесенный ветром в Златоусте в детском парке видели летающую беседку с человеком внутри. В воздухе она парила буквально пару секунд, а преодолеть успела несколько метров. Происшествие сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, порывы ветра отрывают от земли одну из беседок, установленных в парке. Железная конструкция переворачивается, и на асфальт падает человек. На помощь мужчине никто не бросается. Он сам встает с земли и, хромая, уходит прочь. Нам удалось найти героя этого видео. Знакомьтесь, 65-летний Михаил Лысенко работает в сквере. В беседке прятался от дождя. На вопросы о травмах уверенно заявляет. После полета отделался легкими ушибами. Килограмм 70, это, наверное, есть, если не больше. Ну и мне 100 с лишним, где-то около 110 килограммов. Ага. Представьте, порывы ветра. Все, дети бежали, но они не успели добирать, иначе были бы со мной в полете. Угу. Резкий порыв ветра, я ничего не понял. Поднялся и одно надо было выключить фонтан, пошел выключил. Полная версия видео есть на нашем сайте 1ubl.ru.